Торжественная прощальная линейка в каждой школе своя, индивидуальная. Но есть общешкольный праздничный канон. Дресс-код парадно-нарядный, речи пафосные и вместе с тем трогательные. Ностальгические композиции о детстве и о школе. Для большинства учеников линейка – это точка отсчета летних каникул. Самого веселого и беззаботного времени. 3 месяца без будильника, уроков и домашнего задания. Я буду отдыхать у бабушки. Рад вообще, что закончилась школа? Да, но я в лагерь футбольный ходить буду. А я в грибной. Зубрёнок поеду потом. Надоела школа? Нет, чуть-чуть. Да, можно сказать. Главные герои линейки, безусловно, выпускники. Адресаты большинства поздравлений и напутствий. Уже не дети, но еще и не взрослые. Радостные и волнующиеся. Ведь впереди столько нового и неизвестного. О школе они всегда будут вспоминать с теплотой. Я провел замечательные 11 лет в школе. Мне, конечно, очень понравилось. Хотелось бы еще, но все заканчивается уже. Было очень весело, очень круто. Тут здесь все наши друзья, все наши знакомые. Это наша вторая семья, как бы, ну, так что нет, не пожалели. Один из самых трогательных моментов – вальс выпускников. Такими нарядными и счастливыми они запомнятся своим учителям. Еще одна традиция – запуск шаров в небо. Красочные и яркие, они олицетворяют выпускников, которые совсем скоро разлетятся по учебным заведениям всей Беларуси. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».